Нет, с Рогозиным. Вон он, в машине сидит. Папа ему музыку заказал. Ты знаешь, ты такая милая, непосредственная. Будет очень обидно, если тебя испортят. Кто? Он? Нет, жизнь. Ну, господи, скучно-то как. Все болтают. Скучно, сейчас устроим. Сударыня, а куда вы ведете лошадь? В конюшню. В конюшню? Покатайте нас, пожалуйста. Пошли, пошли. Что, пошли. С ума сошел? Я никуда не поеду. Давай, давай, давай. Я $100 вам хватит? За 100 я вас могу всю ночь катать. Всю ночь нам не надо. У тебя с ним роман? У него нет на меня никаких прав. Просто есть такие люди, которым пальчик покажешь, они у тебя всю руку оттяпают. Послушай, Рогозин, я должна когда-нибудь отдыхать? А запись? Я прошу тебя, оставь меня в покое. Ох, Лена, Лена. Ой! Держись крепче. Пока не решаюсь. Болтон. А ты мне тогда так и не позвонил? После моего концерта в клубе. Или забыл? Нет, не решился. А ты что, действительно ждала? Я еще не знаю, хочу ли я быть профессиональной певицей. Папа считает, что у меня большой талант к рисованию.